Починаємо прес-конференцію матчу «Будівельник Запоріжжя». Представник гостей – гравець Антон Буст та тренер Валерій Плеханов. Антон, спершу тобі слово. За рахунок чого вдалося перемогти сьогодні? Ми настроїлися на цю гру, тому що нам треба було вийти хоча б одну перемогу, щоб догнати нашого суперника Харків, щоб з ними поборотися за місце в плей-офф, якого вийти. Ми настроїлися одразу. То есть и не дали, ну, не допустили ошибки, которые мы обычно делаем в начале. То есть почувствовали игру и там уже доигрывали, старались до конца дотянуть. Все. Я питание гравцю. Давай. Вам слово. Ну, тяжелая, непростая игра. Скажу, при подготовке к этой игре мы учитывали два фактора. Фактор номер один. Команда соперника 8 игроков в наличии, четверо из них отыграли больше 30 минут позавчера и как минимум 2 являются возрастными. Именно поэтому тактика на игру заключалась в следующем. Ускорить максимально ее в первых двух четвертях за счет более широкой нашей ротации, заставить соперника основных игроков устать. Да, мы допускали непростительные ошибки при сдваивании Анисимова. Очень обидно, что на этот компонент у нас великолепно получался в домашней игре. С остальными мы не справлялись. Сегодня мы справились практически со всем, за исключением сдваивания на Анисимова. 12 очков свободных от Зотова и Крутоуса мы получили только из-за того, что наш игрок, который должен сдваивать, опаздывал минимум на секунду. Обидно, что мы этот элемент, еще раз говорю, получался у нас, сегодня не получился. Мы планировали играть нашу зону, потому что нам тяжело защищаться один в один. Мы не справляемся, как в Черкасах, так и здесь. Игроки более мастеровиты, более опытные. Мы пытались за счет молодости и желания это компенсировать. Сегодня это вышло. А, к сожалению, вынужден констатировать факт, что и Ткачук, и Киряник в конце получили повреждения. Очень рассчитываю на то, что они будут не тяжелыми, потому что из 10, которые приехали, трое играли на упомянутом. К сожалению, усиливаться нам некем. Ясиненко выбыл до конца сезона как минимум, поэтому все, кто есть, все наши. Да, действительно, у нас есть большое желание попытаться прыгнуть в уходящий поезд и угнаться за нашим конкурентом в этом сезоне политехника. Да, уже хорошо, что если ничего не изменится, глобально все будет решаться в предпоследнем туре в очном противостоянии. Мы хотим играть в каждой игре, и вот этот груз ответственности, да, сегодня сказали, мы на выезде выиграем больше, чем дома. Так и есть. По-прежнему неуверенность в себе сквозит, и на выезде вроде бы не так давят болельщики. Поэтому ребята хоть что-то показывают. Очень обидные поражения, которые мы допустили дома, тому же политехнику, тот же Будивельник, который дважды ушел от нас на последней минуте. К сожалению, этих побед нам сейчас не хватает. Но повторю то, что говорил на последних пресс-конференциях. Этот сезон мы рассматриваем с точки зрения наигрывания молодых ребят. Я рад, что после полугодовой паузы Тиряник набирает форму. Я рад, что Анисимов, не самая удачная сегодня игра, но, по крайней мере, вышел хоть на какой-то уровень и нам действительно начал помогать. Когда большой начинает помогать, команде играть легче. Ну и, естественно, хочется поблагодарить ребят за самоотдачу. То есть сегодня никто себя не жалел. В этом залог успеха. Хотя, я же говорю, ошибок все равно предостаточно. Питание тренеру. Спасибо.